Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resistance 3, и мы находимся в Сент-Луисе, здесь мы нашли друзей. Чарли здесь главный. После того, как пришли Химеры, он собрал всех нас вместе, всех нас, выживших. Чарли служил в армии офицером. Ну, не знаю насчет друзей они или нет, но, по крайней мере, они пытаются не выстрелить офицером. Нам в спину. Он не был в армии, по крайней мере, официально. Вот грехливый сукин. Что значит неофициально? Отец Чарли был сенатором. И хотел, чтобы он учился в колледж. Политика и все такое. Да, они нас Чарли ведут Чарли. В Гарвард, это у них главный. На дороге свернул в Форт Беннет. Пробрался на базу, вломился в кабинет командующего, подделал какие-то бумажки, и в армии появился новый сержант. Похоже на Чарли. В общем, это команда, экипаж упавшего Витола. Но он не упал, он просто аварийно приземлился, у него проблемы с движком. Что само по себе не очень хорошо. Мы выбираемся отсюда. Здесь кишмя, кишат химеры. Но это гибриды. То есть не полно мать. Вот тебя только не хватало. Так, закинем туда и. Пусть они разбираются. Полно мать. Давай, давай, вставай. Резко, резко начали. Хорошо. Первым делом убить мелочь, потом уже все остальное спокойно. А ты ложись уже, ну. Так, нужно взять что-то более пробивное. Давайте. Хорошо, начали. Мне нужно подлечиться. Посмотрю, он просто сносит все к чертовой матери. И полная мать, вот это серьезный противник. Я ухожу. Сейчас сломаем ему плечи. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. И просто посмотри на этого парня. Он же дегенерат. Да вылезай уже, ну. Тихо. Да все нормально будет, не волнуйся. Одно плечо готово. Парень, ты расслабься. Ты больно злой какой-то. Тихо. Давай, сноси ему заглушку. Так, уходим, уходим. Фух, это было опасно. Хорошо, чем бы еще тебя подолбать? Так, чтобы тебе обидно было. Отлично. Ну, заходи. Теперь рукояти. Сюда ты никак не допрыгнешь. А, блин, надо ему в руку просто зацепить эту хрень. Тихо, тихо. Что произошло? Не знаю. Короче. Вот так вот. Чем птички мять. Неплохая встреча. В начале серии, если что-то такое происходит, как вы знаете, серия удается. Готова рука, нет? Ну чё? Ребра. Вставай, 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 вставай. Жо, ты сможешь. У вас враги там, по-моему, нет слева, блин? Вашу мать, вас только не хватало-то, да? Свободен. О-хо-хо, так, надо бежать. Надо бежать быстрее. Слишком много дерьма летит. Слишком. Злющий идет к тебе! Да не просто злющий, он бешеный, ты посмотри на него. Аптечка. Я не вижу аптечки. Давай, давай, я застрял. Береги.
Вот так, хорошо. Ой. Офигеть. Ты что злой-то такой? Блин, не пода, мать, вставай. Ну. Отлично вообще. Я просто летаю как груша. Ничего, прорвемся. Ну чего, братан, все, уехал. Ох, сука у вас. Я думал, мне крышка. Вот там прятались, я смотрю, по большей части. Скотина. Так, ладно, поищем аптечку сначала. Там вроде как больше никто на хвостах не сидит. Неплохо работали, неплохо, нормально. Вот это я называю экшон. Вообще игра в плане экшона очень дико доставляет. Я думал, тут будет больше на атмосферу. Ну, атмосфера присутствует в определенный момент, как вы помните, на заводе там, допустим, был пипец. Но я не думал, что здесь такой зверский экшон, потому что в оригинальных частях такого явно не было. Геймплей там чисто хромал. А тут прям, ну, вообще. Аптечек нет, короче говоря. Или есть? Вот есть. Геймплей дико доставляет. Он чем-то напоминает даже Хейла. Ну, не знаю, что. Так, Ревзи. Дождик грибной идет. Что мы делаем? Окей. Ребята. Так, а где ваш третий? Он же тут где-то сидит. Может, его надо как-то пригнать? Игра сломалась или я что-то не понимаю. Указатель идет прямо туда, но это так не работает. Хорошо, пойдем попробуем найдем его и как-то решим этот вопрос. Потому что это, по-моему, глупо. Или я чего-то понимаю уже. Ой-ой-ой, смотри, открыли. Так, ладно, хорошо. А, там матрасы. Так, парни, за мной. Игра, да, кстати, темная очень временами. Это от игры зависит, по большей части. Ничего? Хорошо. Ладно, убираемся. Фух, вот это была заварушка. Мне понравилось. Прикольный монстр такой, вот именно какой-то, я не знаю. Больше подошел бы Хейла. Там именно каждый монстр со своим таким с заковыкой какой-то. Ну и тут тоже ничего вписался. Это ты, что ли, главный? Я Чарли Дент, а вы, думаю, Джозеф. Разве мы знакомы? Поляков! Джозеф! Он зовет вас с тех пор, как мы его нашли. Заражение. Здесь есть пенициллин? Небольшая проблема. Наш единственный самолет остался без энергии. Что вам надо? Новый энергоблок? Такой же, как на кораблях Химер. Корабль, да? Ну и задачка. Жизнь очень проста, Джо. Борьба или смерть? Думаю, что раз ты еще жив и дышишь, ты из тех, кто борется, как мы. Я прав? Ладно, значит так. Ты дашь старику таблеток, а я собью корабль. Когда самолет сможет взлететь, а старику станет лучше, ты отвезешь нас обоих в Нью-Йорк. Смотри, не подведи. Но? Ну а что, справедливо, по сути. А теперь подготовим ловушку. Было бы странно, если бы они нам дали это все просто так.
последнюю банку. Хорошо, придется повоевать, но это мы умеем, это у нас хорошо получается. Наш герой просто, я не знаю, какой-то страшноватый человек, по сути. Восьмая глава уже. Быстро. Ладно, давай повторим все еще раз. Чуть ниже по реке, в 2 милях отсюда, патрулирует корабль. Как только дрон пошлет сигнал, корабль тут же прилетит. Если кто-нибудь из химер выживет, они полезут на улицу через этот автобус. Там мы сосредоточим огонь. Когда все будет кончено, Эрни перелезет через баррикаду, возьмет энергоблок и как можно быстрее вернется к нам. А потом мы уйдем через ту дверь. Джо, что отпускай там? Дрона! А, там дрон. Блин, слушай, это очень круто, прям вообще, я не знаю, так доставляет. Местная вселенная, она все-таки очень. Так, сначала мы возьмем патроны, хотя у нас хватает, зачем нам убрать? Эй, Джо, сюда, где грузовик? Ладно, пойдем. Хо-хо-хо, прикольно. Ну, сейчас он нас и запалит, да? Выруби эту штуку, Джо. Все, увидел, заснял. Точку. А теперь зови папу. Он послал сигнал. Патроны и гранаты есть наверху, в здании справа. И в колбе, слева. Когда начнется бой, не стойте на месте. Вас будет труднее попасть. Теперь самое трудное. Они идут. Ох, эти звуки. Это скорость! Огонь! Отлично. Сажает около мага. Заломали просто. Быстро! Понял, босс! Так, пошел, я тебя крою. Гибриды, они выжили! Идем по графику, парни! Хорошо, так, я двигаюсь сюда. Еще корабль! Сматывайся, Эрни! Питаюсь! Будет весело! Дроны и экраны! Черт возьми! Это щит, да? Как вы действуете, помните? Энергоблок у меня! Надо сносить. Ой, упал. Блин. Так, сначала поломаем эту хрень. Отлично. Отлично. Поздно пить боржоми. Так, надо найти укрытие. Пойду через дорогу. Плохо, 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 плохо. Нормально. Так, что у нас еще есть? У нас есть, допустим, зверобой. Нет, нам лучше применить, пожалуй, термит. Задание. Не кипиши. Еще. Давай, встречай. Черт возьми, ну и засада вышла. Да, засада такая, как будто нас засадили. Так, хорошо. Вот это. Для этого, в принципе, тоже хватает. Моя любимая пушка. Живой еще. Так, здоровье, здоровье. Вот оно. Держимся. Отлично. Все как надо. Где еще я не вижу? А, вон лезу. А, это прыгуны. Бля, не убило. Так, пора переключаться на что-то более такое. Держимся, парни. Их тут слишком много! Не уходи, Эрни! Эрни, в беде!
Да что ж такое-то, а? Давай, 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 давай. Слишком много дерьма. Куда отходим-то? Стреляй, мать твою! Давай, 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 двигай. Я тут рядом. Патроны, блин. Верни мёд. Бери энергоблок. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Валим, валим. Не очень засада такая вышла. Но мы справились как босс просто. Это остальные члены отряда. Подкачали с разведкой и с обороной. Если в него попадут, все кончено. Не отставай и делай, что я скажу. Давай, я рядом. Пошли! Топим. Я вижу здесь одного. Убей его, ну. Не отставай! Молодца, молодца, давай, пошли. Вот это я называю война. Просто партизанская война. Теперь у нас проблемы. Офигеть. Они дерутся друг с другом. Давай, пока его не до нас. Давай, давай, пошли. Вот это страшная хрень. О, капец. Слишком, слишком много всего. Твою бать! Давай, давай. Уходим. Ух, постой. Я запыхал. Да, вот это да. Все, идем дальше. Бери аптечку, Джо. Да сейчас, подожди, там что-то лежит. Нет? Нам нужно сберечь энергоблок! Да все нормально будет, я несу. Смотри, наверху! Мы все еще в опасности! Ты заметил, да? Бежим, бежим! Вот это просто, просто смотри, эпик! Вот смотри, корабль! Так, а теперь бежим! От них внутри. Давай, давай. Постой! Убивает все на своем пути. Стреляй. А, он нас не видит. Окей, вперед! Отлично. Нужно унести энергоблок. Давай, пойдем. Я за тобой прямо. Безопасности. Кругом, просто кругом, рой. Спокойно. Боже мой. Давай, бежим! Давай. Эта тварь определенно не из тех, кому охота попасться на зубок. Давай, Джо! Да я бегу, ну тяжело же, ты смотри, какая дура у меня в руках. Да, еще ниже, да я ничего не вижу. Успели. Вот черт. Должен сказать тебе, Джо, счет шел на доли секунды. Если не меньше. Поставь эту штуку туда. Элис, ты здесь? О, так, хорошо. Все. Чарли. Рад тебя слышать. И я рад. Энергоблок у вас? Да. И что теперь? Давай попробуем пройти по крышам. Ладно, я отправлю кабинку. Я все-таки люблю больше я знаю, сегодня классическое оружие.
Но слушай, дробовики, револьверы. Весь этот мир в дерьме по уши. Будешь много раздумывать над этим, свихнешься. Такие парни, как ты и я, должны держаться. Покажем всем, как надо жить. Понимаешь? Понимаю. Встряхнись! Никто не говорил, что будет легко. Моя очередь. Я бы лучше потащил. Заряди пушку. Пригодится, как... Вакцина Хейла. Показания. Применяется для предотвращения заражения или нейтрализации действия химерского вируса. Инструкция. Наберите 0,5 мл вакцины в шприц. Найдите вену на левом локтевом сгибе. Протрите участок кожи спиртом для дезинфекции. Натяните кожу и введите иглу под углом 45 градусов. После введения вакцины пациент может чувствовать слабость и головокружение в течение нескольких минут, пока иммуногены Хейла атакуют химерские клетки. Да будешь прикрывать меня. Ты же прикроешь меня? Да, постараюсь, Джо? постараюсь. Ну что, пойдем? С Богом. Возьми коктейли, Джо. Так, бросок подожженной бутылки. Ла-ла-ла-ла-ла. Понятно. Стандартно. Хорошо. Постарайся не поджечь себя, ладно? Чё-то как-то там все затихло. Ты впереди, я за тобой. Давай, пойдем. Приготовься. Видишь, кабинка поднимается к флагу. Так мы уйдем отсюда. Черт! Шокеры! Кто говорил, что будет легко вообще? Они пойдут за энергоблоком! Защищай меня! Я подожду! Они очень близко! Нормально. Прячься пока. Идут на... Ух, так, надо совсем рядом с ним держаться, понятно. Я-то думал, он там будет сидеть, я пока смогу отбиться. Ну, хорошо. Как скажешь. Блин, там война такая идет. Моя жизнь в твоих руках. Не подведи. Они пойдут за энергоблоком. Защищай меня! Так, и чё, как? Ух, понятно. Понятно, чё, как. Дорогай, Джо! Они очень близко! Тут ко мне! А я тут, тут я! Поймать пулю не ставка, Джо! Ко мне! Офигеть, офигеть, Не слишком ли их много? Они просто... кругом. Да вы издеваетесь, что ли? Спасибо. Да какое спасибо? Мы еще не победили. 4 жизни. Вот это неприятные штуки. Аптечку, пожалуйста, хоть какую-нибудь. Блин, хардкорн какой-то шайсен просто. Они отходят! Далеко не улетел. Опусти мост и идем дальше. Да подожди, ты посмотри, какой отходит. Их тут толпа еще. Стреляй, мост опустится. Я держусь за тобой. Давай пойдем. Так, нет. Гризли, выручай. Ты тут? Нормально. Ерунда! Царапина! Не трогать моего братюню. Хорошо.
Ох, ну фона мать, опять сейчас. Вперед, мы почти на месте. Да подожди, надо маленько отстреляться от них. Куда ж ты бежишь-то так, как умалишенный? Задаем. Свободен. Ну что, справимся. Валёк. Так, кто еще хочет? Этот вон что творю, сам офигевает. Это моя винтовка. This is my rifle. Без меня моя винтовка бесполезна. Без винтовки бесполезен я. Цитата из фильма «Цельнометаллическая оболочка». Свободен, мать твою, за ногу. Идешь? Да, давненько такого экшона с геймпадом не устраивал. Да я прикрываю, ты что, не заметил, что ли? Ой-ой-ой. Я надеюсь, потому что иначе нам просто шопа. Так, все, кончились. Видок, да? Мертвый город. Так, вперед не иди. Наверное, все-таки. Чарли успокоился, походу, видишь, что я справляюсь, говорит. Я, говорит, подожду, а ты зачисти периметр. Так, спокойно абсолютно. Ладно. Есть подозрение, что это хорошо не кончится. Ух ты. Очень уж хорошая мишень. Тебе надо. Ты спас мне жизнь, Джо. Я не забуду. Обещаю. Все пошло не совсем по моему плану. Но ты уже привык, так ведь, Джо? Думаю, ты из тех парней, кого не удивить такими поворотами. Отлично. Черт возьми! Нет, слишком опасно! Я вернусь к тебе, Джо! Джо, ты просто больной. Япона, мать, что нам делать? Офигеть! Так, дневник. Тут по-любому нужен дневник. Так, смертоносец. Название, конечно. Самая большая из известных диких химер. Это похоже на паука-хищник на длинных ногах, плюется едкой кислотой в каждую цель, которую может достать своими острыми, как который не может достать своими острыми, как бритва когтями. Обычно это одиночка, но сообщает и об их группах. Офигеть, группах. Совет по выживанию. Не оставайтесь на одном месте, постоянно перемещайтесь, стреляйте. А какие у него уязвимые места? Похоже, вот эти вот наросты по бокам, что ли. Да. Окей. Зададим тебе жару. Все.
Все неплохо, спасибо. Нормально. Гори, гори. Да, блин. Хорошо. Понравилось? А, твою мать, давай, вставай. Интересно, а почему ты жизнь не потратил? Ну как? Так, хорошо, это пустое. Не долетит, нет? Не долетело. Так, куда тебе стрелять-то теперь? Ага! Там мотня висит такая. Так, ну это, я думаю, будет весело. Пошло, пошло. Мелочи так не хватало. Мелочи так не хватало. Пес вас там снизу. Так, что еще? Дичайший замес. Куда не так просто попасть, да? Мать твою, заново. Ну как? Нравится? Приходите за добавкой. Отлично так повоевали. Офигеть! Ты только глянь на это! Ну что, Джо, ты заслужил поездку в Нью-Йорк. Вот это был бой. Мясо еще то, конечно. Видимо, опыт ODST на героике сказывается. Потому что воевать очень легко. Ну, как очень легко. Понимаешь, оно втыкать могут. А что-то получается просто. Как надо. И мы летим в Нью-Йорк. Конечной целью нашего путешествия есть подозрение, что либо не долетим, либо там будем очень долго действовать. По-моему, было круто. Сьюзен. Только сон, Джозеф. Ты должен проведать мою семью. Что? Моя жена и сын. Бакстер Спринг, Оклахома. Оклахома? Отлично. Ах!
Они заходят на круг! Ну, давай, ну... Чарли, выпить на ладони! Не хватало еще туда упасть сейчас. Обещай мне. Я найду их, обещаю! Что ж ты делаешь-то? Уходим отсюда! Хотя из-за этого мы прекрасной мишенью были, а теперь пусть улетают. Он лезет. Пенсильвания. Не так далеко, кстати, до Нью-Йорка уже. Ну, у нас серьезные проблемы. Ну что, давайте на этом заканчивать, наверное. Серия была полна экшена, но теперь, я чувствую, нам придется играть в прятки в этом лесу, потому что видели, сколько их тут летает вообще. Как бы там ни было, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.